В России планируют увеличить пенсии по старости. Индексация пенсии в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект основных характеристик бюджета пенсионного фонда. В связи с этим средний размер пенсии в грядущем году достигнет 17 432 рубля. Также, согласно планам, в 2022 году пенсии проиндексируют уже на 5,9%. Таким образом, их размер возрастет до 18 357 рублей. А в 2023 году выплаты проиндексируют еще на 5,6%, до 19 283 рублей. В документе также говорится, что среднегодовые размеры социальной пенсии в ближайшие три года составят 9 977 рублей и 10 693 рубля соответственно. При этом размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в ближайшие годы повышать не планируют.